Тэатр – гэта наша жыццё. Ветэраны Краснапольскага народнага тэатра назіраюць за работай на сцэне сваіх маладых калег. У раённым цэнтры культуры ідзе генеральная рэпетыцыя спектакля «Два ў ліфце» паводле п'есы Вольгі Сцяпновай. Гэта прэм'ера тэатральных вечарын, спектакль пра тое, як у жаночае свята зачыненымі ў ліфце аказваюцца два мужчыны. Диспетчер! Диспетчер, ліфт не работает! С тягом часу оказывается, что яны ободва едут до одной жанчыны. Один муж, інший бойфренд. Вечный трохкутник. На сцене дойдзе і да бойкі, але ў жыцці Александр Кузнецов и Кирилл Чалпанов – коллеги, работники культуры и добрые сябры. Все едино. Сплоченная компания. Але п'еса, калі паглядзець глыбей пра тое, як мала ведаюць людзі адзін аднаго, нават калі жывуць побач. Ну я намотал на ус, поэтому п'еса это как урок. Театр, во-первых, показывает хорошие стороны. Театр не показывает что-то плохое. Театр всегда ведет к чему-то лучшему. Краснопольский народный театр створили еще в 1918 году. За амаль 100 годов его існавання актеры, режиссеры, аматоры поставили сотню спектаклей. Сюда приходили и приходят люди разных возрастов и разных профессий. Але усім им потребен театр. Людям нужен театр для того, чтобы, наверное, воплотить свою мечту, вот, чтобы прожить жизнь героя через свои ощущения. Театральные вечерины на межи весны и лета – добрая традиция Краснопольщины. Символичным коштом на квитки от 5 до 20 тысяч рублей трапить у залу можа кожны. На традициях, на театральном творчестве, глубоко сидящем в душе каждого народного артиста, мы их так называем, наших любимых народных артистов, наших краснопольчан, которые неравнодушны к развитию театрального творчества. Их много, порядка 30 человек любого возраста. Сейчас привлекаем молодежи активно. В общем, традициями сильно. Приходите в театр! Илона Иванова, Юрий Уласцов, «Новини регіон».